Всем привет! Сейчас я расскажу вам интересные факты о турецкой актрисе Фахрие Эвджен. Фахрие Эвджен называют турецкой Моникой Белуччи. Действительно, с ее красотой, сексуальностью и привлекательностью мало кто сравнится. А ведь она могла и не стать звездой, если бы судьба не привела ее однажды в Стамбул. Подробнее об этом и других интересных фактах о Фахрие слушайте дальше. Фахрие родилась 4 июня 1986 года в немецком городе Золинген. Ее отец – турок, эмигрировавший из Греции, а мать – черкешенка. Фахрие – самая младшая в семье, у нее есть три старшие сестры. После окончания школы Эвджен поступила в Дюссельдорфский университет, где изучала социологию. По призванию девушки у нее даже в мыслях не было стать актрисой. Она и сейчас в свободное время читает книги по социологии и философии. Удивительно, она владеет четырьмя языками – испанским, немецким, английским и турецким. В юности девушка увлекалась спортом, а в школьные годы была защитником в баскетбольной команде. В 19-летнем возрасте Фахрие с матерью отправилась на отдых в Стамбул. Там ее неожиданно пригласили сниматься в сериале «Никогда не забывай». Ради этой работы девушка переехала из Германии в Турцию. После Эвджен снялась в популярном сериале «Листопад», съемки которого длились 4 года. На съемках фильма «Ты мой дом» Фахрие познакомилась с актером Асджаном. Между ними завязались романтические отношения и дело шло к свадьбе, но в 2013 году пара рассталась. Причиной стало увлечение Асджана моделью Бусен Арджи. Сейчас Фахрие замужем за Бураком Асчевитом. Судьба свела их на съемках легендарного сериала «Королек, птичка, певчая». Оба отмечают, что между ними сразу пробежала искра. Влюбленные перестали скрывать отношения после еще одной совместной работы в сериале «Любовь похожа на тебя». Эвджен не раз говорила, что мужу не нравится видеть ее на экране целующимся с другими мужчинами, поэтому она вынуждена отказываться от сцен с поцелуями во всех своих проектах. В сериале «Расплата за рабство», в котором снимается Фахрие Эвджен, гонорар актрисы составил 40 тысяч турецких лир за одну серию. Впервые в истории турецкого кино женщина-актриса зарабатывает больше, чем ее коллеги-мужчины. Она одна из самых красивых женщин Турции, и она говорит, что улыбка – самый простой и дешевый способ выглядеть лучше. Она считает, что нужно совмещать здоровое тело, здоровый дух и здравый ум. И тогда вы гарантированно будете в центре внимания, и вас будут провожать восхищенными взглядами. Если сердце не на месте, а на душе неспокойно, никакая косметика не поможет вам выглядеть хорошо. Несмотря на плотный рабочий график, актриса старается вести здоровый образ жизни. Она спит не менее 7 часов в сутки и при каждой возможности занимается спортом и ест только здоровую пищу. Также Эвджен пьет не менее 2 литров чистой воды в день. «Я настолько привыкла к такому образу жизни, что уже не представляю, как может быть иначе», — говорит она. А вам нравится Фахрие Эвджен? Обязательно оставляйте свое мнение о ней в комментариях. Ну а у меня на этом все. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и будьте в курсе всего самого нового и самого сочного. Всем удачи, всем пока-пока!